времени, правильно, да, часы показывают? Пол седьмого. Мчимся с какой скоростью? Глушаем. А, у тебя тут... А, нет, это мне кажется. И отсутствие печки. Вот с этим букетом при 0 градусах я ехал в Тверь. Больше мне всего не нравилась буксующая коробка. Я мирился с отсутствием тормозов. Там реально было отсутствие тормозов. Я это притормаживал ручником. Вот, и скоростями. Вот. Вот. Но больше мне всего не нравилось буксующее сцепление, потому что она на третьей не хотела уже ехать. На первой-то она, как так сказать, силовая передача, она ехала. А вот когда такая третья и четвертая, это досвидос. Она просто тупо буксовала. Вот. Но мне ее было жалко со скоростью 100 км в час ехать на второй передаче. Мне ее было реально жалко. Но у меня все равно, я знал, что у меня мотор, если что-то с ним случится, у меня он был под ремонт. То есть мне, в принципе, его бобики моются бесплатно, похожие милицейские. Что мне его можно было починить? Какой-то, блин, атак. Это Дмитровский, да? Дмитровский атак. Какую башню, блин. Блин, прикольно, когда ты сидишь справа. Не за рулем фотографируешь. Так клево. У нас тут все секреты. Отмытый УАЗик. Мышь сдохла на панели. Не сдохла. Пожелаешь? Она не шевелится уже 100 с чем-то километров. Пригрелась, думаешь? Вообще, если бы она зашевелилась, я не знаю, что было. Я бы, наверное, вышла. Где? Где они? Ну, в принципе, нам, да, энное количество времени по светофору стоять. Короче, время уже 2 часа. Марс. Осматриваем автомобиль. Ну чё, первые секунды, первые километры, даже еще километра не проехал. Вон наш Мерс перед нами едет. А мы едем на Ниссанчике, как видите, с правым рулем. Ребята, блин, как он едет. Он как литой едет. Он собранный. Он прямо едет. То есть, ну вот нет какой-то расхлябанности, хоть это и минивэн. Смотрите, как, блин, какие просторы.
он собранный. И, конечно, поворотники, блин, странно у него расположены. Справа, не слева, как вот, ну, а справа. Вот мэрс наш. Блин, ну, ребят, офигенно. Ладно, машина незнакомая, снимать как-то боязно сейчас, неудобно. Помчу я. Видно, какая у меня скорость, да? Не видно. Там он сзади болтается Мерседес, который сломался. У него почему-то перестали скорости переключаться. Сейчас с такой скоростью ползем. В принципе, я вот заправился на 1000 рублей, ливанул 95-го. А по факту меньше половины бака. Проблемка. Дергается, да, даже? А, ну, она не коробка тормозит, она просто... тормозит той передачи, которая у нее стоит. Типичное состояние водителя Мерседеса, да, ждет на остановке маршрутку. Так, я тут подружился с магнитолой немножечко. Треки нашел, какие надо. У меня флешка тут работает. Фары горят. Сейчас я чуть-чуть от Мерседеса оторвался. Вот. Потом он меня догонит. Точнее, я приторможу, он меня догонит. Так надо. Ну, в общем, все. Почти приехали в Тверь. Ребят, покажу тачку сейчас со всех сторон. Дождитесь. Ребят, смотрите еще какое наблюдение.
Вот смотрите, скорость у меня 80, а при этом оборот это 1500. Довольно-таки экономично получается. Так, ну вот с тормозами можно поработать задними. Хотя здесь вроде бы как что-то люфтит, шевелится. Но обслужить, потому что они страдают прежде всего. Задние от тормоза. Сырости? Чего? Грязь. То, что сзади именно, да, они расположены? Да, все то есть грязь накапливается, и вот закисают направляющие суппортов, угу. Закисают колодки, перестают двигаться. То есть пока еще не поздно, с этим надо поработать. И тогда ты покатаешься. То есть чисто внешне мне пока все нравится, кроме того, что тебе неплохо было бы сделать антикоррозийку. Это я сделал, это я люблю. Да, антикоррозийку. Нихуя ты не сделаешь, потому что ты не умеешь, блядь. Почему я не умею? Да потому что ты привык срать, блядь. А надо не срать нихуя. В скрытой полости. Не вид делать, блядь. А... Я слушаю внимательно. Какими средствами ты будешь делать антикоррозийку? Название или название фирмы или вообще? По смыслу. Ну там разные. Ну задний, я имею в виду для этой части. Смотри, в каком состоянии. Все для как штанов. Нового. Для штанов. То есть спереди на болтах. На герметики на месте все. Все новое. А вот задняя часть штанов, там два хомута. Вот эти два хомута. Ребят, это новый автомобиль. Смотри. Понял. Ну вот видишь, какой ты счастливый. Начинаешь. Ты меня поставь в известность, сколько оригинал стоит. Все абсолютно сухое. Сколько труба. Ну, с учетом того, что все-таки российское производство, может быть, ну, 1007 положишься. Там что-то только потеет. Чуть-чуть. Довольно-таки сухо, да, здесь все прям? Там только в одном месте чуть-чуть. Так а что он в авторевью у этого самого-то? Тигуан у этого потек же? Новый-то этот. В авторевью-то. Пробочку с обязательно с этой, с шайбочкой. А я откуда знаю? Я не знаю. Давай. Привыкли с говном дело-то иметь. С приличными машинами. Че? А то их что ли?